Всем привет! Сегодня буду готовить салат с кальмарами. Получается он очень вкусный, а готовится всего за 10 минут. В кипящую подсоленную воду отправляю кальмары и варю примерно 1-2 минуты. Кальмары у меня уже были очищены. Если кальмар не очищен, его, конечно, перед варкой необходимо очистить. Затем кальмары остужаю в холодной воде и нарезаю соломкой. Далее нарезаю свежий огурчик. Огурчик также нарезаю соломкой. Огурчик отправляю к кальмарам и нарезаю яйца. Яйца также отправляю ко всем остальным ингредиентам. Затем натираю сырок на средней терке. Натертый плавленый сырок отправляю ко всем ингредиентам. Все хорошо солю. По желанию можно еще поперчить. Добавляю майонез. Майонез можно заменить на сметану, либо на оливковое масло. Я сервирую в кольце. По желанию присыпаю немного зеленым луком. Ну вот и все, салатик готов, очень вкусный, сытный. Ну а я с вами прощаюсь, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, готовьте на здоровье, пока-пока!